А вы не знаете, разве что нельзя клеить вот на стену, на подъезды? Вот я вам рассказываю, нельзя. На столбы, на деревья, на таблички вот эти вешать. Это ваши все? Вот эти вот. Отрывайте. Почему? Ну почему? Объясняю. Потому что вы без разрешения собственника ничего не можете вешать на стену. Какого собственника? Ну, в помещении, вот дома этого. У вас есть разрешение какое-нибудь? Нет. А вы клеите. А люди платят за ремонт этой стены, а вы клеите так, увлеченно. Нельзя. На стены нельзя. На фонарные столбы нельзя. Кто-то на доски клеить? На доски. А тут нет доски, стеклянные, то есть. Ну, значит, не повезло. Просто та фирма, которая вам вот это вот дает, вот то, что вы клеите, они, ну, по уму, они должны были разместить вот внутри, там, под стеклом. Говорят, деньги берут. Ну, естественно. А что, вы думаете, они конфискат раздают даром? Они что же ее за деньги раздают? Логично. Обычная коммерческая там реклама. А они за счет жильцов экономят на рекламе, вешают на стену, а не на доску. Была тут фанерка. Ну, жильцы там иногда или кто там фирмы эти вешают, просто доску. Пожалуйста, на доску никто бы был против. А так люди вон они красят, ну там иногда. За ремонт платят. А вы раз поклеили и пошли. Ну это я не знаю. Ну нельзя, вполне серьезно. И там, я не знаю, закон о рекламе, хотя у нас он нигде не соблюдается. И административный кодекс, вот эти вот фигни, с фирмы могут там 100 тысяч рублей взять с частного лица, МРОТ, ну там 4 с чем-то. Там 2,5 тысячи, так где-то. Не, больше. За эту, за расклейку, точнее там вообще шире, там размещение несанкционированное, размещение информации, там рекламного характера, не рекламного, любого. Даже эти вот, тем более там дорожные знаки, вчера вон там, и сейчас сегодня какие-то там висят эти конфискатные все. Не, вот это вот нельзя. То есть есть доска платная, ради бога, люди для того, в общем-то, ее вешали, я не знаю, подлез там 25 рублей в месяц, ну или около того зарабатывают с этой доски. То есть они специально, ну, выделили место, чтобы клеили. Не знаю, начальник стал клеить. Ну, как начальник? Начальник нарушает, грубо говоря, закон. У вас, наверное, уже в письменном договоре с ним не написано, что он сказал. Не, вообще без договора у него работа. Ну, вот, тем более. То есть вас, грубо говоря, там послали, дали бумажки, дали денег и клейте. А в случае любых проблем он скажет, я говорил на стену клеить, не говорил. Или там на дом. То есть вы, по крайней мере, будете крайним вот в такой ситуации. Не знаю. Ну, совершенно точно. Потому что письменно, то есть он не может написать, я такой-то, там даю задание клеить на эти, например, там на светофоры. Потому что его, естественно, гаишники возьмут и подвесят. Или там на стенах, потому что стена, ну понятно, там разваливается, вон они все как после бомбушки. То есть он официально уже не может дать такое задание, поэтому он, естественно, говорит устно, в случае чего отдуваться будете вы как исполнитель. Ну ничего не знаю, тут реально совершенно серьезно. Ладно, воду клеит, наверное. Ну, доски, потом, я, конечно, понимаю, что их мало, вы свой, так сказать, объем не расходуете, но они есть, тем не менее. Даже здесь вот по Дзержинской, если пойдете, ну там, не знаю, 3 или 4 доски, наверное, зато они здоровые. Там, по крайней мере, места всем хватит. Ну да, типа того. Ну там вообще афиши висят, но на них все равно все электрики, в принципе. То есть они не застекленные, но народ, так сказать, пользуется этим.